На конкурс дети читают стихи. Я Яковенко Виктория, ученица 6 класса, мне 12 лет. Борис Слуцкий. Лошади в океане. Лошади умеют плавать, но нехорошо, недалеко. Глория по-русски значит слава, это вам запомнится легко. Шел корабль своим названием гордый, океан старался превозмочь. В трюме добрыми мотая мордами, тысяча лошадей топталась день и ночь. Тысяча лошадей, подков 4000, счастья все ж они не принесли. Мина кораблю пробила днище, далеко, далеко от земли. Люди сели в лодки, шлюпки влезли, лошади поплыли просто так. Как же быть и что же делать, если нету мест на лодках и плотах? Плыл по океану рыжий остров, в море, в синем остров плыл гнедой. Им сперва казалось плавать просто, океан казался им рекой. Но не видно у реки той края, на исходе лошадиных сил вдруг заржали кони, возражая тем, кто в океане их топил. Кони шли на дно и ржали, ржали, все на дно, покуда не пошли. Вот и все. А все-таки мне жаль их, рыжих, не увидевших земли, так и не увидевших земли.